из Англии спрашивает нас, можно ли остаться в этом мире и вместе с тем достичь духовного? Остаться? Остаться в этом мире. Что значит остаться? Я не понимаю, о чем он говорит. В материальном понимании ощущения и достичь духовного. А кто не остается? Что ты думаешь, каббалисты очень любят проводить трапезы, разные праздники? Почему бы и нет? А что? Что значит в нашем мире остаться? Я не понимаю. Человек, который постигает духовное, у него ничто не исчезает и не пропадает. Наоборот, он себя чувствует, и этот мир чувствует как источник для наслаждения. У тебя есть духовный мир, называется, ты постигаешь, для чего ты живешь. И тогда вся эта жизнь и в теле, которую ты ощущаешь, реальность, она называется «этот мир», тебе тоже выгодно, стоит тебе ее. Почему ты этого здесь не можешь реализовать, и эту часть тоже? Духовный мир — это Творец. То, что я через объединение выстраиваю свое отношение к другим, которое было распределено, разъединено. Я объединяю свое отношение к другим как к единому, к моему, к близкому мне. С помощью этого я начинаю в этом отношении раскрывать, как есть рассеивающие линзы, а есть концентрирующие. И через весь этот мир я сконцентрировал, собрал все свое отношение к нему в любви, в единстве, в объединении. И точки фокуса, там я нахожу Творца. Понятно? Это вот так, как очень много лучей приходят, попадают в эту линзу, и из линзы они выходят и объединяются вот здесь. Это формы отношений. Пишем, формы отношения моего. Это группа или человечество, а здесь Творец. Все? Ничто тут не исчезает и не пропадает. Я именно пользуюсь всем этим миром. Без этого мира мне нечего делать. До конца исправления должен находиться в этом мире. Даже когда закончил, должен вернуться в эту же реальность, к этому же видению реальности. Что значит эта реальность? Я возвращаюсь к тем килим, которые не закончил исправлять. И я снова вижу некую реальность. Может быть, как сейчас я чувствую этот мир, или может быть иначе, но я должен видеть реальность ради получения, в моих получающих килим неисправленных, в том, что мне еще осталось, пока я не исправлю всех. Тогда она исчезает, потому что обращается в единую.